Всем привет. У меня здесь, смотрите, что творится. Глобальная такая, короче, уборка. С утра ковыряюсь. Устал, короче, эти мелкие болтики, гаечки тут собирать. Все повыломал отсюда. С того угла хочу. Короче, вот эту штуку, которые полки тут стояли, хочу распилить и на них поставить вот эти ящики сюда подальше. К стенке, ну не знаю, думаю, наверное, нет. Потому что все-таки стенки вообще прям сыреют этим ящиком. Через год капец придет. Уберу их отсюда, а сюда стол подвину туда до конца. Ящики здесь поставлю. Здесь хоть сухо. Но видите, что он творится. Сколько инструментов всякого этого. Насобирал, короче. Железо тут насобирал. Вообще капец. Мелочи это все, что мне может пригодиться. Ну, а это все, что мне не надо. Вон сколько этих мелочей. Короче, вот такие вот дела. На улице красота. Вообще, у нас обед. Я только-только пообедал. Вышел. А, кстати, купил себе машину. Вот. Если что, вот такой вот УАЗик тут, блин. Что это такое? Джип, короче, какой-то. Американский такой крутой. Надо его помыть, только в порядок привести и все. И не надо будет дядю Толю, короче, звать. Буду сам ездить. В общем, вот так. Шутка. Шутка, ребятки, шутка. Смотрите, что творится. Зарастает, вообще капец. Надо триммер брать и все тут выпиливает. Смотрите, какая трава. Все уже по колено. Сад тоже, смотрите, как зарастает, сколько травы. Ой. Ой, где мой кипиш? Кипишные девки. Все, абрикос уже отходит, видите, отцветает. Ягод будет в этом году. Жесть. Приезжайте за ягодой. Все зарастает, короче, все. Капец. Вон белые, смотрите, видите. Эти тоже там алыча или что там, алыча. Короче, что-то такое. Или абрикосы. Но абрикосы вот, по-моему. И там слива, по-моему. В общем, вот так потихоньку занимаемся. Ладно, пойду дальше доделывать порядок в гараже. Свет провести хочу. Не знаю, посмотрим попозже. Надо будет все равно в магазин ехать. Провода нужны. Че, красотки? Застряли тут? Выходите. Давай, собаки. Уйдите оттуда, не мешайте. Я закрываю, потому что курей кормлю двумя гранулами специально для этих. Ну-ка, выходи оттуда. Выходи оттуда, я сказал. Ну, специально для несушек. А в них витамины там. И собаки все это, короче, едят. Поэтому приходится закрывать калитку, чтобы они сюда не попадали.
вот, ребятки, пока вот так вот. Все. Сейчас просто осталось раскидать что куда. Что по ящикам. Вот так вот. Раз. Все вот сварочные дела. Ну там еще что-нибудь положим. То, что, например, чем пока особо не пользуемся. Туда его. Ну и вот так, короче, все потихоньку раскидаем. Сюда. Не могу найти свой второй этот шуруповерт. Новый здесь, а старого найти не могу. Не знаю, куда делся. Так, вот и это вот зарядное устройство для аккумуляторов. Тут две банки краски половой. Вот, вот так вот раз сюда поставить. Ну и все, так потихоньку все развешу, все раскидаю. Запасная мышка с клавиатурой. Компьютерные дела там всякие, короче. Вот так, все, сейчас осталось еще свет провести, ну и там порядок навести. И все. Шкафец какой, а? Я думаю, я потом, наверное, тот шкаф с дома, со старого. Я не буду его домой затягивать, он мне зачем, не нужен реставрировать. Я его просто соберу и вот сюда его поставлю. И здесь будет висеть зимняя одежда, ну летом. Надо, убрал туда роботом все, ну вот эти вот, в общем, дела. Вот так, я думаю, будет лучше. Ну и, конечно, что-то лишнее где-то. Раз, закинул туда, и все. В общем, пока вот так. Гвоздей тут, вон, смотрите, тут что творится. Тут. Валом, просто валом. Так что, книг садовых, вот. Авоська целая, вон висит еще пачка. Короче, хватит тут читать до конца жизни. Ну и все, сейчас это занести. Мусора, вот видите, мешок всяких, банок, склянок, там чего только нету. Машинку занести, поставить. Блин, жалко, тут отсыреет. Вот сюда сейчас поставлю к стенке. Чтобы не мешало, мешков куча. Поубираю все здесь с улицы. Все, железо. Вот такие вот уголки там. Нужные вещи я стягиваю там в сарай в один. Скидываю и все там. Оно пригодится когда-нибудь. В любом случае. Ладно, все, смотрите дальше. Ну вот, ребят, все. Так порядочек навел. Раскидал, что куда. Электроды вот разложил, пока более-менее тепло на улице. Пускай сохнут, потому что они все-таки рабочие, пригодятся, может, еще. Электродов много, троечки, двоечки, даже двойка есть тут. Так что пригодятся. Ну, у меня-то есть, как бы, электроды, но выкидывать-то зачем? И тоже троечка есть. Еще троечка такая. Двоечка, вернее, даже это. Четверка есть. Короче. Не хватит. Все так раскидал помаленьку. Вот так, короче. Инструменты все тут. Ключей тут каких-то понаходил от велосипедов. Стародревних таких вот. Вот так вот их сюда. Раз, вот так. Тверточки там еще у меня есть. Да, все, притащить с дома еще у меня там валяется. В доме много чего. И все. Вот так с утра я заморочился в порядке.
навел. Мешок надо связать, а еще этот инструмент занести надо. Поставить. Скутер закатить. Мешок завязать, унести на мусор. Ну, а это все. На металлолом. Банки. Вот еще на этом мы с Женей потом поперебираем банки. Потому что будем осенью будем закатывать компоты. Я не люблю там, ну, такие. Че ты орешь на меня? Я не люблю закатки там, ну, помидоры, огурцы там. А компоты, варенье, такие лечи там. Ну, икра кабачковая, в общем. Вот, ну, такие вот. Мне нравится. В общем. Доживем до осени. Высыпал им тут. Ну, мусор типа вот самана. Вот копаются. Мадам. Психует уже. А? Психует она же. Деловой. Я его сам побаиваюсь иногда. Ладно, в общем, пока все, наверное. Ну и все. Все загнал, все почистил. Все в порядок привел. Все развесил. Все круто. Все на своих местах. Все развешал так, чтобы потом я не забыл, где что висит. И все. Пойду монтировать. Все, кому понравилось, ставьте лайкосик. Не забывайте на канал подписаться. Все ссылочки, ребят, в описании будут. Всем пока!